Приближается и профессиональный праздник медиков. Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. По традиции в Люберецком дворце культуры чествовали тех, кто когда-то принес клятву Гиппократа и избрал для себя довольно непростой путь. Наша съемочная группа побывала на празднике. Здоровье жителей всего городского округа находится в их надежных руках. В ежедневном и круглосуточном режиме люди в белых халатах стоят на страже самого главного в жизни каждого человека. В люберецких больницах и поликлиниках работает порядка 6 тысяч сотрудников. Это врачи, медсестры, младший медицинский персонал. В честь профессионального праздника в их адрес звучат поздравления и слова благодарности за нелегкий, но благородный труд. Кто такие сотрудники здравоохранения? Это люди с большим сердцем. Это вы с большим сердцем. Вы несете радость жизни. Спасибо. Низкий поклон вам за это. Несмотря на праздничную атмосферу, люберецкие медики не забывают о насущных проблемах. На сегодняшний день учреждение здравоохранения округа находится в не самом лучшем состоянии. Об этом говорят и жители, и сами врачи. Но последние уверяют, ситуация поправима. Благодаря поддержке и пониманию и нашей администрации, и Министерства здравоохранения, все-таки мы надеемся, что в ближайшее время мы с этими трудностями справимся и будем работать в прежнем русле, в котором мы привыкли. Наши достижения ничем не уступают другим клиникам, как области, так и федеральных клиник. Поэтому мы работаем в этом направлении. Медицина наша не стоит, и в том числе мы тоже не стоим на месте. Развиваемся в ногу со временем и с наукой. Не стоит на месте и расширение объектов здравоохранения. В текущем году в округе запланировано открытие новых медучреждений. В поселке Красково и на улице 8 марта появятся детские поликлиники. А в микрорайонах Самолет, Красная Горка и на севере Люберец начнут работу поликлиники смешанного типа. Кроме того, в Люберцах продолжается реализация программы по предоставлению жилья медицинским работникам. На этот раз по случаю праздника сертификаты получили 10 человек. Я вот новый человек вообще в Москве. В Москву приехала недавно, 2 года назад. То есть, естественно, столкнулась с проблемой отсутствия жилья. Вот. И устроившись на работу в Люберецкую районную больницу №2, у меня выпала такая возможность. Это очень важно, что я могу, не задумываясь о каких-то бытовых делах, отдаться полностью служению любимому делу. Виновникам торжества также вручили благодарственные письма и почетные грамоты. А 4 медицинских работника удостоились знаков отличия за доблестный труд. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.